Здесь почему-то детские игрушки в гробиках. Как нам отсюда выбраться? Выбраться? Зачем? Сначала поиграйте со мной. Она вечно плачет. Я хочу, чтобы вы ее успокоили. У меня есть для тебя челлендж. По всему видео разбросаны 5 бананов. Вот первый. Если сможешь найти еще 4 и написать в комментарии, где они, я переведу тебе 1000 рублей. Кто вы будете в будущем? Если вы сейчас все это проигнорируете, будете бомжом. Если поставите лайк, будете миллионером. А если вы подписаны на канал, то будете миллиардером. Смотрите. Комяков, руби свет. Так, пойдем посмотрим. Стремно, блин. Если он на ангаре, ну по-любому лезть придет. Или это А4 Production, или какая-то магия. Магия? Чё ты трусишься, ты, Кобяков? На канал подписаны только самые смелые. Ну ладно. Если хочешь узнать, смелый ты или нет, если получится, поздравляю. А если не получится, пусика. Ну так чё, ты смелый или нет? Давай, давай, давай. Дом очень маленький. Ого, нормально. Ну что, ребята, если вы с нами, ставьте лайк. Вау! Эта штука такая большая! Пацаны, вы посмотрите вообще на эти картины! Какой-то дом графа Дракулы! Этому дому 1000 лет! Может, все-таки свалим отсюда? Погнали! Ну все, попались. Всегда есть какой-то подвох. Постоянно что-то происходит. Механизм, который может поднять дверь обратно. Давайте просто поднимать все, что прикреплено, и искать. Светильники крутите. Вообще гвоздями, походу, прибито. Аж крутится, попробуй еще. Что здесь? Что такое, пацаны? Ничего не работает! На пол! Выключай! На пол! Пацаны, вы тут! Влад! Что происходит? Вроде руки на месте. Я в каком-то ящике, и меня заковали. Надо успокоиться. И чувствую, что спереди есть пространство. Сколько же этих комнат будет? Это мука, у меня тесто во рту. Странный дом, Влад, Кобяков! Походу, никто не слышит. Назад двигаться уже не могу. Тут пауки и мухи! Какие-то гусеницы! Они тебя не видят, все хорошо. Комната все равно очень страшная. Погнали дальше. Съел паутину! Я не выдержу этого. Да блин, дурацкая паутина! Сколько же их еще? Я не пойду дальше, все. Наконец-то это закончилось. Попали. Что это за дом? Все нормально. Сейчас ты выбери. Нет, это ты. Влад. Помощь. Я в соседней комнате. Надо понять, как отсюда выбраться. Какие-то часы. Написано на зеркале. Сейчас 6 вечера. Блин, ну ждать здесь до завтра. Кор. Во-первых, зеркало открылось. Все это очень похоже на какой-то хоррор-квест. Выбора нет. Пойдемте дальше. О, Владос, тебя! Помоги мне, я здесь очнулся в каком-то коконе. Ноги затекли, пипец. Меня обсыпали мукой и червями. Где Кобяков? Я не помню, просто вырубился и тут оказался. Этот дом хранит в себе намного больше ужасов, чем мы думали. А это что за сундук? Не знаю. Там какие-нибудь инструменты, которые нам помогут. Кто это? Это я! Что за жуть? Совсем небольшой, как казался сначала. А как нам его тогда открыть? Может быть, мы должны пройти этот квест виселицы? И героев на канале тоже 4. Я нашел Кобякова. Серега, верный как пес. На Кобякова, кстати, еще енот может подойти. Ищи Серегу и Кобякова. Так, вот одну нашел. О, нашел Кобяков. Так, без Сереги. Ничего не сработало. Угу. Лент, Кобяков, Глент, Влад, бумага. Бумага! Что-то загорелось. Квест. Ну что-то тут глубоко. Мы же подписаны на канал, значит мы смелые. Да. Мы-то этот тест прошли. За подписку на канал. Красава. Давай руку, буду держать тебя. Давай, держу. Словил. Опа. Опа. Вы, подписчики, прошли тест на смелость. А теперь я. Надеюсь, мы справимся. О, так двигайся. Какая-то жуткая кухня. Если это кухня, то Кобякова мы здесь точно найдем. О, мальчики, вы уже прибыли. Как полет? А вы кто? Я Альфред, дворецкий. Что это за дом? А где Кобяков? Присаживайтесь к столу. Я прошу. Я как-то не хочу. Мы не голодные. Нет уж, присаживайтесь. А вы не видели мальчика такого толстенького в очках? Очень сладкий. Немного не пропекся. Прошу, ваш ужин. Блюда, по-моему, уже давно испортились и сгнили. И вообще, я... Не хочу есть. Но десерт непременно попробуйте. Кстати, оставляю вас с вашим ужином. Он очень стрёмный. Приятного аппетита. Спасибо. Кобяков! Я не знаю, как я здесь оказался. И как нам теперь тебя достать? В яблоке что-то было. Блин, пацаны, я походу связан.
Глент, помоги ему, я сейчас... Что, не переживай, подними все нормально. Подними стол, пожалуйста, ну давайте. Пожалуйста. Цените, здесь какой-то ключ. Ух. Ключ, давай попробуем открыть. Так, сейчас. Открывай уже. Пробуй. Открылось. Так, Обиков. Нет, здесь кодовый. 4 символа. Про холодильник. На тарелки посмотрю. Я сам посмотрю. Холодильник. И открываю. Погоди, реально что ли добавки? Все не просто так. Так, тут закаточки с холодцом. Ну и тут тоже какое-то варенье. Подожди, только 4 штуки. 4 штуки. Может быть, кот на крышках? Высыпать содержимое в кастрюлю. Чтобы ты понимал, это черви. О, вижу, что-то нашел. 27. Это холодец. Что ты делаешь? Пацаны, ну скоро там. Внутри. В этой банке ничего, давай дальше. Вон, есть. 35-27. Подальше в шкафчик. Глент, помогай. 27-35 не работает. Пробуй наоборот. Получилось. Снимай. Нужно просто двигаться по правилам, по игре, выполнять челленджи. Руки завязаны. Так, ну, вы вообще поняли, где мы находимся и как нам отсюда выбраться? Пришли из печки. Обратно лезть не вариант. Там тупик. Лезь за мужиком в духовку или еще какой-то шкаф. Тогда погнали за мужиком. Глент, давай. Самоваре, зацените. Ты что это? Томатный сок. Так, ладно. Вроде чисто. Бобиков, давай сюда. Что это такое? Какие-то монстры. Телевизор как? Нужно сесть и послушать правила. Да. Какие-то перстни. Кожаные. Обалдеть. Вот это дизайн. Ничего не происходит. Кассеты. Не знаю, что это. Чего? На кассетах в детстве смотрел мультики. Больше 100 раз посмотрел. Так, пацаны, давайте уже скорее выбираться отсюда. Вы страшный, кассету вставь на. Ай. Че уселся? Давай помогай. Кроссовок у тебя паленый. Вставь на. Труп выплывет озерный, кассету вставь. Надо найти слово в рифму. Вот, чего мы тупим, смотрите. Белый, зеленый. Выплывет озерный, кассету вставь на черный. Ты смелый, кассету вставь на белый. Пацаны, я бы никогда не догадался. Смелый, белый, паленый, зеленый. Присаживаемся обратно. Это что, мы? А это что такое? Какие-то веревки? Надо потянуть. Чернья! Чернья! Выскочит. Я не шарю в квестах, пацаны. Тибот? На вас надежда. Я понял. Отпусти. А может, нужно по очереди дернуть? Давай, ты первый. Отпусти. У-у-у. И не подписчик, а 4. Иди на своей квартире. Ребят, что дальше делать? Путь. Идем. Ты какой-то слишком радостный. Я уже к выходу. Давай, Кобяков, ты следующий. Я боюсь. Я следующий. Нет, я последний не пойду. Заталкивайте меня. Нифига ты тяжелый. Тут такая ванизма. Здесь есть зеркало. Жуть. А как увидеть? Нужно спустить воду. 40 градусов. Хорошо, что я умею стирать. Стиралка. Она закрыта. Режим майка. 700 оборотов. А выколо? Божечки. Там какой-то бобровый утес. Давай, твоя. Я сюда залез, ты туда. Пошел. Лезь. Пугает в этой комнате. Что? Вот это вот ширма. И туфли. Да и вообще тут написано. Умри. Здесь почему-то детские игрушки в гробиках. Подсказочка! Ребус! Я обычно в конце. Я в конце, представь. Мури! О, мои туфельки. Мальчики, подойдите. Ты, я не буду, мне не друг. Спасибо. Теперь давайте играть. О, сегодня целый день играли, и уже как бы хочется к нам отсюда выбраться. Выбраться? Зачем? Сначала поиграйте со мной. Отсюда выбраться? Ну, можете не играть. Для начала угадайте мое имя. Маша, Мария. Целых две буквы нашел. А и Л. Душки, О, буква З. Какие варианты? Мария. Мария, ее зовут точно. И этот же дед говорил, который из духовки. Точно. Меня зовут Луиза Мария. А вас как? Влад. Влад. Ты кто? Она вечно плачет. Я хочу, чтобы вы ее успокоили. Ты с детьми больше ладишь, давай. Давайте я. Я, если что, колыбельку напою. Че ты плачешь? Тише. Так она на батарейках. И че? Достайте все. До встречи, мальчики. Хотя не думаю, что вас кто-либо еще увидит. Пацаны, где выход? Не понял. Че это вообще только что произошло? Мария! Ну, давайте дальше разгадывать. Снимается. Да вряд ли. Подойди. А вот и способ уехать из этой комнаты. Он первый. Ну, залазь. Так, ладно. Чтобы спрятаться от монстров, нужно накрыться одеялом. Монстров спасает только чеснок. Пацаны! Влад, от монстров не спасает ничего. Кулаки. Добро пожаловать в ад. Одеялом не будешь накрываться? Да зачем? Погнали! Кровать! Эй! Так, ты что? Я в это не верю. Точнее, я верю. Пацаны!
О, Глентик! А где Владос? Ты его не съел? Влад вон тоже ж опаздывает. Влад ехал передо мной. Может быть, его, наверное, похитили в туннеле. Что это будет хорошо, если это была девчонка. Давай, не получается. Эй! Нет! Что такое? Влад, алло, это ты? Я рад вас слышать, гости моего проклятого дома. Друг к вам не вернется, но вы всегда можете к нему присоединиться. Только будьте внимательны к телефону. Если решитесь спасти друга, позвоните по телефону. Ну что он сказал? Номера не дал. Коди, что происходит? Что такое? По нему будем звонить, если что. Внутри телефонов таятся всякие секреты. О! Что-то есть. Записка. Еще одна записка. Позвони. Пони по номеру. Так, давай дальше бить. 666 523 666. Ну ладно. Так. О, так вы все же решились. Назад дороги нет. Так что вперед, только вперед. Так. Глент, давай, пошел! Не спешите, я испек для вас торт. Мы в перевернутой комнате. Тут, как и во всем доме, нет дверей. Страшно подумать, где сейчас находится Влад. Нужно его спасти. Монеты. Походу, хозяин дома их коллекционирует. Открылось что-то. Монеты. Там не хватает. Давай попробуем. Все, вставил. Это какой-то погреб. Но выбора-то нет. Так, Глент, подсади. Так, давай. Залазь. Глентик. Помогите! Я лег в эту кроватку! Поехал без одеяла! А потом я тут! Ты как кто связал? Блин, а вдруг он еще рядом? Давай, по-быстрому! Пошел, пошел! Да. Нужно отсюда сваливать поскорее! Он как будто живой! А вдруг кто-то из подписчиков туда попадет? Полностью затушили. Ух, капец. Больше никто не попадет. Это было немного крипово. Ставьте лайк. Всем пока. Глент, Кобяков.